Здравствуйте, меня зовут Еременко Владимир, я тренер тренажерного зала Gym Style. Сегодня мы с вами познакомимся с таким упражнением, как жим гантелей лежа на скамейке. Данное упражнение мы сделаем в таком виде, чтобы вы могли его делать при проблемах со спиной. С этим нам поможет тренер тренажерного зала Александр. Ставим гантели на коленки. Полностью позвоночник должен прилегать к скамейке. Выводим гантели перед собой. На вдохе плавно опускаем гантели и растягиваем грудные фасции. Делаем выдох и обратно напрягаем грудь и сводим гантели. Так мы делаем несколько повторений. Данное упражнение является базовым. Поэтому постоянное выполнение этого упражнения позволит вам развить объемную и красивую грудь. Сегодня с вами были тренера тренажерного зала Gym Style Еременко Владимир и Александр Носков. Не бойтесь, ходите в зал, занимайтесь своим здоровьем, будьте здоровее. До новых встреч!